получается, я Эршама вряд ли возьму, там мне 250, это самый такой слабый персонаж. Потом, короче, ближе к 8, если вдруг у вас у кого-то время будет дальше это проходить, если меня не позовут моим беспонтовым персонажем, то может попробуем подобивать, что у нас тут осталось. Ну, если позовут, то я не пойду с нуля в зону. Так, ну протопал там, короче, на 75, на 50, на 25. Рыси, по-моему, 3 штуки будет. Ты будешь рыси танчить. Я буду босса держать. И стоять там, главное, как на ребре с тобой вместе, чтобы секущий удар делился на нас. Вот. И это самое, значит, кто там милики? Керус, Рога. Смотрите, будет появляться тотем. Тотем надо быстро убить. Тотем будет вешать дебаф, огненный шок. Огненный шок надо будет и ВБ дипелить. Это магия. Вот. Ну и все, там диспелишь, щитки кидаешь, шаман хилит танк, и заебись. Блядь, чё? Чё он тут пиздит сильно? Вот он кастует, тут не надо сбивать. Вот, и смотрите, за кружком, вот надо было пробегать вот здесь, здесь. Вот забегаете, да, и по правой стеночке, вот здесь. Ой, блядь, нет, не сюда, дальше немножко. Сюда добегаю. Сюда, и прям по стеночке, прям в стеночку. С мобов не согреть в комнате. Вот. И прям по клеткам, по этим, прям вот так вот идем. Идем. Там где. И еще дальше вот сюда получается. Через вот эту всю парашу. Вот эти все мумии. И вот здесь босс будет танчиться. Здесь. Сейчас метки поставлю. Стоят РДД. Блять. Здесь стоят РДД, и здесь стоит босс в ромбике, лицом туда, или даже чуть подальше, где-то вот, вот так. А, еще особенность какая, тут, короче, мы тогда на 4 сундука пошли, мы когда пуляли босса, он каких-то гусей там сагрил, двоих мобов. Вот, чтоб такого не было, надо попробовать, как в СЛК, знаете, тактика агрят, когда друидовской лапкой. Вот так же босса попробовать сагрить, чтобы он никаких гусей там не позвал. Сейчас аспектов самого брать. Ага. Чуть не забыл. Ну, просто разбафать баф, и все, да, и он сагрится. Тут да, саппроты нужны? Да, саппроты дальше на всех боссов так и остаются. Саппрот. Что тут, опять саппроты? Там нет, там они закончились. Танку на хп можно. У меня последняя банк. Ну вроде без саппротов не должно. Нет, больше. По крайней мере, этот босс точно не шотнет, а вот следующий там огонек, не знаю. Ну, под щитком не шотнет. Тут потом от сил природы нужно ставить? Да, от сил природы. И чё, огненный шок, огонь, в принципе, паладин. Поставит ауру огня, наверное. Уж не помню. Ну да, сил природы. Какие бафы? Так, значит, Рейн. Агрить. Кто будет? Ты будешь с собой агрить лапкой. А я буду, да, это самое забирать босса. Рыбу. Давайте. Рыба. Ешьте там рыбу. Ну-ка я свою наметкость поем, хавчик. Вот. Блять, жалко, не придумали на танков какую-то на грудак масло, чтобы там на 50 хп, 50 стамины намазать, допустим. Да. На хила, чтобы там 50 хп. Это было. Ну, вообще отлично. Реально, 9 класс. И хилов, и танков. Хотя бы на защиту там, кто-нибудь. Так, проверка. Или в броне. Как все готовы будут сейчас. Будем херачить. Тоже изишный босс. Все, все готовы, давай лапку кидай. Трипоты похуй, все это хуйня. Не знаю. Нету. Да не эту лапку, блять, лунная волшебная гони. Параши, которые на меткость. Метку, метку. Да. Понял. Лол. У меня лапка. Вставай. Вставай там, ага. Все, ебаши. Короче, я отдам на 75 и на скольки? И на 25 незыбку. Там откатится. А ты на 50 будешь отдавать, так. Ну, про ноль я отдам. Да, да. Когда у этот. Сейчас, блядь, как правильно сказать. Когда рысь... Я скажу, пока не надо. Так, дал мне зыбку. Давайте. Когда рысь появляется, и все играют только рысь. Я попробую в нее ЛПшку кинуть, блядь. Ладно, все, ты набирай его. Рога как и от КДшится. Вот идол. Ага, ага.
когда появляется вот эта рысь, в босса не надо играть ни кливом, никак, только через рысь играть. И смотрите, главное, за дроп. Потому что, ну, его хп, грубо говоря, не снижается, он потом к старому хп вернется. Идол, РДД, и ебаните сзади. Если шов на кого-то повешает, сейчас ему пешку кину, спиной встал, похуй. Все. После того, как рысь умрет, дальше босса будет умирать. Рыси три штуки будет. Так, идол. Что-нибудь кастовите мгновенно. Идол ломается, ребят. И идол два раза будет кастануть. Сейчас рысь исчезнет уже скоро. Все, херачим босса дальше. Вот видишь, процентаж у тебя есть поводит на боссе? Нет, 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 нет. Ну короче, сейчас 70%. Я скажу примерно на 54-53, где-то так. Дать массаку. Главное, себя ее отмени. Ну там урон не детский, как бы, на самом деле, там не шотник, ничего. Ну вот сейчас он на себе брюс увешивается, пару тысяч даст. Какие-то все, вот 58, 57, готовься. 53, 52. Давай массаку. Все, прошел урон, скоро появится рысь. Вон она появилась, все, забирай. Ага, стаунтишь потом второй раз меня. Киру с одной лапкой там ломает. Ага. Тебе вечная проклят? Нет. Что проп? Затем. Тут по боссу ничего это не. Ну, есть... Я, короче, шмо забыл сменить на совину. А, ну ничего страшного. Сундуки уже похуй. Следующий босс будет дракончик призывать. О, блять, на нем мы, я не знаю, блять. Подзаебемся немножко. Там вроде надо отворачивать от рейда его. Ой, нет, не от рейда, а точнее от таргета ходить. Потому что он начинает дышать. Там два танка, один этих танчик. Там два танчика. Да. Там этот моб, который идет к воротам, да, вот этот босс. Там их много, два будет идти. Захите, там много нюансов таких. Там самое главное диспел, быстрое убийство мобов. На пул есть у нас, это хорошо. Так, скоро незыбка пригодится на 25%. Сейчас пока 33. Он только 75-50-25 бьет. Да. Босс. Да. Так, 28-27, все, даю незыбку. Сейчас будет дамаг. О, отлично. Все, рысь. После этой рыси уже босс останется, только добить и все. Там не патент. А Гера тогда будет? Гера? Блять. Да давайте, надо было давайте, давайте сейчас похуй на рысь. Давайте. Че, в босса? В рысь. Нет, сначала рысь, после рыси уже босс. Больше не уязвим вроде, пока рысь жива. Ну он как бы уязвим, но он просто хп восстановит, типа, которое было. Это другое хп, типа. То есть его бесполезно бить в это, когда рысь жива. Ну, видел? Все, сейчас босс останется. А что, рысь же не до конца добили вроде? Ну да, она вот так вот исчезает. Идол убить. Он стоит. Что, это ревностный у тебя прокнул? Мы пробежали, плюс 3 было. Да, ревностный. Ну, не прокил, да? Прожми этот 50 на 50, на всякий случай. Вдруг шот не еще. Нихуя. Нет, вот нет, это очень по палам, да? Какой здесь идеальный состав ТО? Ну... Мне говорят, что по палам нужен. Да любой, заебись с ДЦ, я главное. Еще, и шеи. Сразу кто-то на месте разрон. Так. Это что, нужно какая-то намотика? Какое-то полное. Короче, халяви зачем? Ну нет, давай, если не надо. А ты раздаешь, да? Ну все. Это параши тоже. Крит МП5 параши вообще не хватает. Да я понимаю, а что толк-то? Пусть еще будет. Чисто, да, взять. Ну и все, тут сдохнуть, и дальше мы потом через центр... Точнее, не через центр, а как мы на медведя босса бежали, туда пойдем, и там будем... Там, короче, в два захода надо будет пробегать. Ну, потому что бить это будет около часа, хуярить прежде, что пиздец. Все, можно умирать. Веселые инсты, где умирать все время. Да пиздец. Угу.
Либо чисти все тут. Еще умираешь так долго, что-то. Че они не убивают меня? А, все. Промахиваешь. Так, все, вроде можно вставать. Сейчас как на второго босса бежали, туда идем. Сейчас как до него добежим, уже все это расскажу, что там будем делать. Там не сложно, там будут... Чё сказали же вроде? Хомобот? Есть у кого-то еще? Это уже 14 минут, когда... Вы красный, точно. Если желтый, то еще терпит пока еще помирать. Потом, если уже будете красный, то портанете уже с умнем тогда босс. Не, хомобот есть в ГБ. А, ну там чуть-чуть. Можно будет взять. Сейчас вот так же спускаемся здесь, спрыгиваем вот сюда. И как на второго босса бежали, поднимаемся вот здесь. Только аккуратно тех справа мобов не загреть. Прям аккуратно идем вот к этой елке, вот к этой двойной хуйне. И вот здесь вот встаем. Вот. Значит, открывается... Сагрили моба. Какого? Где? Моба сагрили. Снизу? На халяве агр показывает. Да. Я... да. Все, ну заплохо. Забегай, беги сюда к нам пока что, забегай, беги сюда. Вот смотрите, откройте карту, сейчас смотрите, вот значит есть, вот где мы находимся, и если от нас провести вниз мышкой, то есть такой угол, короче, вот угол, где стена, это, короче, поняли, да? Вот мы пробегаем туда, и, ну, где получается вот эта дорожка идет направо, и дальше там вот эти все зеленые кругляшочки, мы вот в этом углу, в самом низу, даже... Блять. Ну, короче, в углу, понятно. Там будет понятно, что это угол. Там будем останавливаться. Там этот самый СС. Диван пока не трать. СС, короче, на пала дашь. Вот. Главное, чтобы пал добежал, лок и еще одно любое тело. Вот. И оттуда уже бежать будем второй раз. А второй раз мы будем бежать эту мышку уже направо, через эту всю кривую дорогу. И где-то... Вот где лестница есть, к этому боссу заходить. И вот вниз от ступенек мышка, и вот где-то вот до этого места мы будем бежать. Там тоже угол, тоже будет понятно. Но добежать до туда сложно будет. Ну, в принципе, будете за кружком бежать, там, надеюсь, не заблудитесь. Так, что теперь? Так, ну так же хотой, короче. Садимся на мало. С охотой. Проверка, что готово. Они, по-моему, на хотой они больше не реагируют. Ну да, что-то не тот через раз. Главное, чтобы вот пал, лок и какое-то тело еще любое, чтобы в шкаф тыкнуть. Все, садись на маунтов, на счет 3 побежим. Так, где это мне, чтобы не ошибиться? Вот. Надо вот, вот смотрите, сейчас я меточки поставлю, через них бежать, чтобы лишних не сагрить. Блять. Короче, ладно, старайтесь за кружком бежать, надеюсь, лишних не сагрю. На счет 3 побежим. Раз, два, три. Бежали прямо вот сюда. Ага, заебись, не согрели никого. Все, и здесь, сюда, сюда и наверх. Как мы бежали, это самое. И здесь уже прямо, и вон до того угла. То есть, грубо говоря, мы уже добежали. Вот пал рядом бежит, так, лок рядом, все, заебись. Вот здесь СС заюзает пал, резнет лока и всю эту хуйню, все, заебись. Здесь помираем. И отсюда будем еще раз бежать. Так если пал диван дает и умирает, у него жгает он диван от КД шевелится сразу. Не-не. Он начинает от КД шеваться, то есть, ну, он немножко неправильно сказал. КД у дивана есть, но оно начинает идти, когда он умирает, и сдает пока этот диван. Он, наверное, это имеет в виду. Так, вроде все. Так, СС юзай, ресай лока. Там сразу святая клятва, чуньки, бандитам на маму. А, у тебя маны дохуя после СС. И все, лока. Где он лок-то? Вон он валяется. Ну, спасибо. Ты поставь... Так мы тут в одной куче же лежим. Тут суммонить не надо. Там... Так вака надо суммонить. А да, я дам асбест просто. А, давай, давай, конечно, заебись. Охуенно. Вак просуммонить надо. Сейчас суммоним. Так. Суманил. Сейчас второй раз побежим. Ну, второй раз это уже вон туда бежать. В ту сторону. До конца до ворот?
Ну там не доворот, там вот как понять, вот видите зеленые кругляшки вот эти по карте, это типа деревья или что, вот первое, второе пробегаем, третье, и потом дальше по этой кривой дороге, где-то там через руины как-то, блять. И короче, вот где вот эти два дерева есть, да, мы не к ним бежим, а вот где ступеньки к боссу, к тому подниматься, к этому вопросику, к черепу. Налево. Немножко вниз от этих ступенек, то есть, ну, грубо говоря, блять, по экрану сколько там, пару сантиметров вниз, и вот в том углу мы тусуемся. Там вот это все. Так, ну то же самое, что диван есть, главное, чтобы пал добежал. Если что, бабл, хуярь. Так, что? Короче, садимся на маунта. И готовимся за кушком, блядь. Блядь, надеюсь, мне пизды не дадут. Так, вроде все. Ладно, на счет 3 побежим. Раз, два, три, побежали. Просто бежим. Тут эти дураки сейчас будут бегать, хуйню какую-то делать. Они не все пизды. Ой, уже ПВП нету, блядь. Теперь вот, блядь, бегите дальше. Я сложил он. Пала не сложила, главное, чтобы пал бежал. Беги дальше. Ну, да куда добежите? Беги, беги, нормально бежите, я смотрю по карте. Беги, беги. Ага, вот прямо. Еще немножко прямее. Все, главное. И туда немножко, вниз, не на ступеньку, вниз немножко, к стене, где мобов нету. Добежали или что? Ну, я никому бафов не отдать вместе. Да? Шаман, да, встану. Хорошо. А, вставалка есть у шамана. Если... Главное, чтобы я быстро двигался. А, быстро двигался, да, он со мной нахуй. Он рядом с тобой лежит. Сука, хуево, блядь. Бля, пизда нахуй. А мне вставать? Ну, я даже не знаю, блядь. Без лока хуета. Далеко, да. Меня убило, когда ты умер сразу. Ебаный рот. Нужно бежать за, а не рядом. Ладно, пока дивана нету. Ну хули, покидаем тело тогда. Раз там ничего не присумали, ничего не сделать. Заходим, еще раз пробежим. Или надо вообще... Блядь, не тут, конечно, пиздец. Да. Хорошо, хоть на маунтах ездить можно. Так, прикинь, пешком пробежать. Пешком, блядь. Ну, пешком тут на 3 плюс не закроешь, пока этих мобов убьешь. Что вообще курили создатели инста? Они думали, мобы за минуту заливаются? Но... Напиши, блядь, зам спроси. Тут, понимаешь, проблема вся в том, что тут подрисованное ХП. То есть в оригинале у них немножко другое все было. Ну я видел на БК, у них там мало ХП. Там у тебя где-то по 4, по 5 у них ляма. Да, у босса там максимум 2 миллиона, по-моему, ХП. Ну это на БК, а даже... Они сейчас пока еще не занервлены, боссы. У них должно быть там 22 ляма, 23 ляма, а у них по 29 почти. Так они нам не то что занервили, они наоборот апнули, они же инверсу уменьшили. И КД скиллов этот порезали. На самом деле они слабее. Слабее, чем на X2. Ну, да. Прям намного, намного. Были бы они как на X2. Ну, тут просто Т4 апнули, поэтому допустим. Ты себя двигал, ты где? Не там. Блять, вот главное, чтобы он не сдох. Или боб ему по полпути дать где-то. Это вот когда ты бабл, ну тебе сейчас баблю уже КД, блять. Слушай, ну я хуй, вот допустим мы добежим, как сейчас до угла добегали, и дальше побежим. И гарантия тебе. Гарантии нет. Ну диван, в принципе, есть. Не знаю, блядь. Я хуй знает, нахуй. Я видите, я эту хуйту не релю, когда я в нее только хожу за компанию, блядь. Короче, я не знаю, как мы сейчас побежим, блядь. Давайте будем бежать, короче, без той остановки. Вот. Но главное, чтобы луна не сдохла у нас. Хуй знает, получится, нет. Ну давайте, чекнем. Попробуем пробежать. Да, все, на счет 3 побежим. Раз, два, три. Это битухи какие-то сверху сагрились. Вон, блядь. А мне агр попадал. Так, я спарировал всю эту хуйню, это заебись. О, мне агр был. Бля. Да, ну. Бесов тоже вызываешь, что? Нет, он бес исчезает, наверное. Умирайте, тут шкаф стоит. Быстрее. Да, да, быстрее, быстрее умираем. Блять, а он исчезнет, наверное. Умираем быстрее, тут шкаф стоит. Надо успеть лока призумонить. Он еще минуту стоит будет. Да, если минуту, ну заебись тогда. Все, побираем. А блять, кто? Он исчез. И диван потом. Он исчез.
Хорошо. Ну, лок сам пробежит туда-сюда, я не знаю. А как он пробежит, блядь? Никак-нибудь так пробежит. Зелье инвиза и хуя сюда, короче. Просто не получится. Это получится, это пизда какой-то. Да заново бежать надо, пиздец. Керус пусть тут стоит тогда. Давай, Керус, может порезаешь, кто здесь, наверх, не знаю, все встали. Я еще лежу. Бля, да чё на тебя агрится всё? Видят ушастых, если хотят сразу съесть. Ты как бежишь? Последний бежишь? Я если ну, сейчас рядом со мной бежал. Рядом со мной бежал. Они как будто сделали нерв, что только на локов агрится. Может быть, у тебя этот доспех демонический висит, он же резает хп, по-моему, раз сколько-то там секунд. Может из-за этого у тебя не будет? Может быть. Чё, не вставать? Я хуй знает. Да вставай, мы сейчас уже встали, сейчас побежим. Видишь, лока нету, нам один хуй либо к локу бежит. А подожди, а там впереди есть кто-то? У тебя можно там лезть? Тут, ну, больше, ну, типа, сзади меня есть. Подожди, тролики. Да, подожди, там, я сейчас тебя резать можно же. Нет, можно его резать? Да, ну вот резай. Да. Сейчас. Пробуй. Вот я резаю, смотри. Я все, заебись, смотрим тогда все. Нормально. Но мы проебали диван, а сколько до СС? 6 минут. Ебать. В принципе, чтобы... Что там надо, чтобы перерыхнуться? Если сейчас загрязь на моба, они же на вас тоже загрязь, где-то я вдалеке это сделаю. Если нет, тебя хилить не будут... Да, если бафнуть. Все, заебись, лок здесь. Все, сейчас я сдохну. На... А лок тут? Пару мобов поубиваем, короче, хули, надо же куда-то... Сейчас я сдохну, меня остановить, даже диван хватится после этого. Жгуром, он говорит, когда он умирает, у него диван сразу. Да нет, блядь, это сказки какие-то, блядь, такого не может быть. Ну скрин скинь, если откидаешь. Он говорит, что это а так. Сейчас же сделали, что скиллы откатываются, когда весь рейд умирает. Скажи. А, когда весь рейд. Весь рейд. Я сейчас у них ничего не поделал. Сейчас же так сделали, если весь рейд умирает, у них все откатывается. А, да, типа бурсты. Кроме, они сказали, кроме БРов и вставания шамана. У меня, короче, нихуя не откатилось. Нет, у меня нихуя не откатилось. Ну и похуй, похую. Короче, ДСС 6 минут. Что, пару мобов побьем там? 5. Сейчас присумаем. Нажмите. Ну, я по ЭВБ дал сумму. А, что-то да. Не идет. Можешь грузиться. Взыв значит, ждите точно. Такая вот хуйня, блядь. Блядь, чиниться надо нахуй. Мы уже добежим там. Они на инвиз ставятся? Где он? Там, здесь вообще ИВБ, нет? Ну не знаю. Это что? ИВБ это где? Бля, тут в инвизе пройти нельзя нахуй? Ну я хуй знаю, ну там дохуя он был. Ну я не знаю, но вон я пошел. Короче, он выйдет. Да дальше-то пизды дадут. Ну он где-то АФК. Ну давай, короче, этого моба подпиздим. А здесь он все. Они не видят, они короче, можно в инвизе пройти. Блять, Вак, ну-ка давай-ка грипп по нему, только на максимальный рейндж от него отойди, сюда его грипни. Потому что он пойдет сейчас в гонг бить, вызывать еще мобу. Вот, ага, отлично, кого ему дал. Этот петух он вызывает где-то в рог кричит или какую-то хуйню вызывает, видишь, разведчики. Барабан вон херач, вон барабан же стоит. Да. Сейчас я ударю барабан. И там... Нет, ты не сможешь. И там фишка в том, что вон еще разведчик такой же есть, сейчас секунду стойте. Вон он. Его надо там как-то чинить. Сейчас КД откдешится. Сколько тебе для притяжки КД? Сейчас через окно его как-то попробую грифнуть. Только дальше туда не сагрить хочу. Мне кажется, не получится у тебя. Через окно. Да блять, получится нахуй. Я тебе говорю. Ну давай. Сука, сейчас нахуй. Петух, он что-то задвигался. Сейчас, где ты, пидорас? Может просто побежим тогда, блядь, чем сейчас видим? Слушай, я не знаю, ну. Ну, а чё там, чё до СС? Сейчас подожди, блядь, через окно. Сейчас, блядь, где он? Вот он. Сука. Опа, и грипп. Блядь. Хуя ты его быстрее прям. Станы нахуй. Станы есть, я ему корни дам. Корни по КД, чтобы он... Дима, удар по почкам, я пашу. Сука, через окно гриппнул, блядь. Я просто помню такую хуйню. Так, ну а чё,
Блять, пару мобов побить, что ли, или че, я хуй знает. Или че, или будем бежать. Че до СС? Да. СС сколько? 3 минуты все еще. Ладно, давай, где, какую пачку лучше нам ебануть? Давай вот этого пидора. Ну-ка, иди сюда. Там разведчика пальцы. Есть там два. Убежал! Да и похуй уже. Ну, блять. Видишь, гусей призывает. Ну все, сейчас хули бить будем. Ебать. Надо же понять, что это такое, блядь, все-таки разок. Все, Даш, ну сколько у них там хп? Ну по ляму, хуйня, в принципе, не так много. Как в сторожане. Ой, я не знаю, честно, за джиналая, как мы будем это осиливать. Там такой момент, что как бы и мобов, блять, я даже не знаю. Просто видишь, если их копить, то дохуя стаков на танке, и танка может сложить. Вот, санка нужно диспелить. Притом еще и мобов этих заливать надо. А их заливать... Там персы, кстати, на нем нету, но желательно на бомбах, чтобы не взрывались. Бомбы прям очень простые. На X2 их было намного больше, сейчас они очень простые. Ну, то есть смотришь, где радиус там 4 метра где-то взрыв. Ну, такой круг. Вот как между четырьмя тотемами шамана, вот примерно такой радиус. Вот, от бомбы отойти на такое расстояние и все. То есть, ну, прям много ума не надо, чтобы от бомбы отбежать, не сдохнуть. Если никто не будет на бомбу сдыхать, то в принципе там персил не нету, только на 30% увеличивается немножко урон. А вот не знаю, кстати, кому лучше мишки собирать. Мишка хорошо собирает. Так, что у нас там СС? 50 секунд. Давай еще какой-нибудь петухай, блин. А кто там, блядь? Вот разведчик, ебучий. Разведчик. Вак, этот самый, готовься, подальше от меня отойди, чтобы я грипнул на максимальном ноже этого гуся. Вот я тут встал, вот прям подальше, и чтобы ты его второй раз грипнул. Так, я там грипну акулы сразу. Еще раз грипну. Ага, и все, за разъебываю его. А те гуси что-то не сагрились нихуя, ну и похуй. Ну и хорошо. Разъебываю. Вроде не сложный трэш, что-то меньше хп у него, чем было. Минус 2. Бля, дай. А вот эти вызывают, нет, я что-то не знаю. Нет, эти нет. Не, эти нет. Не давай разъебем пачку эту на. Только не охуярят бот. Еще мы заряженные ребята, целка 25 оп на хуй проходим. Ой, нихуя себе, что-то дамаг. Вот, они уедут. По 10к. Больно. Вак-вак, блядь, сколько тебя хуярит. Забрал. Заклинательная, на какую-то парашу. Ну-ка, заклинателя, диспельте вот это укорение или вот эту парашу магию. Опа, отлично. Вот это вот хуйня дамажила. Нихуя хосты! Ебать. Сколько хосты? Ты магом забрал? 300% скорости, ебать, сюда. Ну вот, заклинателя, короче, вот эту парашу тебе надо забрать. Он там будет перед боссом один, по-моему, еще. Че, пойди так дальше хуярить. Пошли, ебанем, хули уже осталось. У меня боб 2 минуты и там СС на голову покатился. Вот тут аккуратно, короче, давай вот этого еще. А, это разведчик, сука, он куда-то бежит. Блять, Вак, беги сюда, Гриппа, идите сюда. Где вы там? Бегите сюда, это он призывает уже сюда. Три разведчика. Ладно, похуй. Уже призвал, короче, поиграть. Бля, кажется, это. Так, сагрим. А разведчик больше призывать не будет? Ну, что-то вот сколько он вызвал? 3-4 моба и все. Ну, это как знаешь, как в этом, в Assassin's Creed, когда, блядь, к огню бежит, это усилие в Ведьмаке. Бежит к огню, короче, с факелом. Блять, примороженец. И призывает это гусей на помощь, короче. Блять, кого-то хуярит. А тот забрится. Сейчас уже смысл пробегать, уже там мобов осталось. Хотя неприлично еще. Ну, давай кружим, попробуем сейчас. Да, давай. Попроще сейчас будет в 100 раз. По пути прочистим. Ну тут где-то полчаса остается. Я потом, может, на минутку выйду спросить, здесь как у них там по рейду.
Потом, если вдруг у кого-то время есть, ну давайте садитесь на маунтах. Также заработаешь. СС. Ну, наверное, квадрат он самый должен быть живущий, у него и бабл. И диван даст СС встанет. Главное, чтобы луна добежала по луне, если еще боб ебанешь. Двигалась где-то сзади, будь там, ну, метров 20. Саэти, щиты сними. И что-то там да, себе чем-то. Доспех, доспех сними, какой там демонит, зеленый вот этот. Ага, ну остальное не должно. Все, давайте на счет 3. Раз, два, три, побежали. Сейчас, ну-ка. Да, куда бежать? Живой. Где-то вот, да, вот через вот эту кучу земли, потом здесь. Да, что за сон такой? Сон? Кто, кого кинуло в сон? Меня. Рогу. Похуй на Рогу. У нас вон лов добежал. Заебись. Охуенно. Сейчас 500. Халява сдохнет. Подожди. О, я сдох. Все, снимай. А кто резать будет, блядь? Вставал-то есть? А, вон. А, СС был, я забыл. Заебись. Все, одно тело любое резать. Ишка. Адвинжуется, не могу. В принципе, почти все тут, только Рогу, наверное, снимали. Почти все тут. А ты играла кнопкой мыши по вмешательству, не двигался, елки-палки. Ну, через форточку типа притягивать было прикольно, блин. Двигался, ты не знаешь, как диван снимать? Снимай диван. А, я позарёк уже. Все, ебаш. А там кого только халявы не здесь? Все остальные тут лежат, вон рядом. Я самый дальний, и то меня резнуть можно. Тут, короче, очень опасно. Тут, блядь, прям бойтесь на каждом шагу в этом ебаном инсте. Вот справа и слева от лестницы стоят мобы. Их, короче, не надо агрить. Тыкните там в шкаф, блядь. Ну, а небес, он... Небеса, он... Не как сказать, он нет, когда я на маунте сижу. А-а-а. Здесь. Вот я вот сейчас сел, на 7 хп просел, и что он пропал. Тут вар, конечно, заебись подходит, когда крик на хп дает. А вот смотри, вот если целка завтра, то вот все, кто сейчас, они пойдут, да? И кто-то еще, наверное, ну, да. Пару человек. Да, и там у нас много там еще есть, кто собирается, и хилы. Сейчас вот онлайн 20 человек. Вот у нас сейчас в гильдии онлайн, и все за 200... 240 плюс они. 240 плюс. 250 да. Почти. Ну, заебись должно быть. Ну, посмотрим. Сейчас смотрите, короче, я... стойте аккуратно там, никуда это самое. Вот смотрите, я вам поставлю ориентир. Блять, сейчас я релоудусь, у меня метки исчезли, что я не могу. Короче, смотри, и этот, сочный, если можешь поставь, вот лестница, да, прям посередине ступенек поставь, внизу меточку, чтобы было видно, что на нее надо бежать. Вот, 3D вот эту меточку. Потому что, сюда? Да, да, вот примерно так. Чтобы право-лево не сдвигались, вот от этой елки примерно начинать бежать до этой звездочки. Но это сейчас я это зайду, и танки уже пойдем туда. И когда мы туда наверх поднимемся, информация для танков, там Керус, там Пау. Есть фамобот, тут красный выбор уже. Не, в танк спи. Будет Пау, пускай. Не, я имею в виду до будущего так, чтобы танки знали. Женя, есть фамобот? Так ГБ посадишь. У меня габак. Или мамонт. Мамонт же может. Мамонта нельзя тут, по-моему, юзать, тоже убрали. Выкона тут должен. Да, двухместные. Не, они не работают, двухместные вот эти все. Поставил. Потому что в двухместном никогда не адрес на чело, который в люльке. А, да. Заебись. Вон, а какого хрена? Там провозили. А у меня не работает. Вот этих всех лоунов, кто сдыхал, их провозили на маунтах. Ну вот смотрите, сейчас идем вот так вот звездочки. И вот этих двух мобов бьем, пошли. Вот, самое главное, танки. Самое. Идите сюда. Только к звездочке ровно, право-лево не бегайте. Вы поставили, я говорю, его бы починиться нужно. Сейчас, вон он хламобот там под этой, как он называется? Вот сагрили, блядь. Сагрили звездопад. Ну ребята, блядь, пиздец. Звездопад, видимо. А в смысле я звездопад не использовал? Нет, это солнцепад, он какой-то. Короче, вот не сдохните звездопад. Все, не сдохните все только. Останьтесь живые. Ебать. Там, кстати, заклинатель, с него спиздил ты бал. Иди. Я спиздил. Блять, не могу забрать. И сдох ты сразу, блядь. Только не сдыхайте все, не настраивайтесь. Я БР могу дать. Сейчас подожди пока. Ну давай, и ВБ тогда пускай хилит.
Заклинателя, короче, веточку поставлю, его бейте, ему косты сбивайте. Понятно. Всю остальную парашу там просто уешь. Все нормально. Упала какая-то звезда, летит сверху. Да тебе надо было, шаман, повыше сюда подняться к нам. Тут отсюда не агресс через вот эти деревянные колышки, ничего. Может, тотемом с агресс, не знаю. Нет, это я. Но, кстати, звездопад бьет по одной цели. А, я, в общем, хоть пойми тоже, как он бьет. Надо самому сейчас сделать, что он только соло цель бьет. Тут, Сенсипады. Короче, дальше вон тоже заклинатель есть, он баф на себя повесит, уже спиздишь. Сейчас этого моба добьем, реснемся, бафнемся, пойдем. О, блядь, тяжкая эта хуйня, конечно, ебучий зуломан. Мне в гильдии в дальневосточке говорят, вот, давай рейн, там, 10-й, это 3-й статик. Я говорю, бля, ребята, я ничего не гарантирую. Видишь, два сундука только осилили, и все. Ну и только... Там есть... Пару раз походим, уже может и начнет получаться. Yes. Быстрее будет походить. Ну тут сложнее всего, наверное, блять, пробегать нахуй. Да. Быстро. Обмины урезали как могли, короче. Все равно люди пробегают. По-другому, потому что сундуки никак не сделать. Трэш на скорость чистить, это вообще пиздец. Не представляю, как там. Надо и агро, и на пул, и быстрее, и большой дамаг. Вставайте, кто там. Да, тут если трэш чистить, не дают. Да, там он тупо не прочистится, блядь. Но, они тут дают этих 15 минут. Что, поставили хомом бота? Да, он стоит. Под деревом, вон он стоит. Вон черепок. Мне сейчас на него КД 15, 12. Вон он сейчас починится. Чинитесь там те все. Починится вроде. Все, бафайтесь там, это самое. Подходите сюда. Захиливайтесь, давайте еще убьем могу. Через звездочку также в первую очередь убираем. Сейчас, короче, а что они такие резкие? Да, а еще один хил. Упал хил. Охуеть, а что они так быстро бьют? Может, потому что баф у него надо было спиздить. Там у этого, у заклинателя. Может, не успел спиздить. Так забрали же. Я забрал. Может, еще кто-то мог. Не знаю. Может, он на кого-то повесил. Короче, хуй знает. Да, жестко. А еще он кастанул эту хуйню, я не знаю, если отвернуть его спиной, он не протестует огонь. Короче, блядь, ебаный моб, ебаный зуломан. Пизды нахуй. Страж времени Амани. Поэтому, вот поэтому я не люблю этот резюм. Такой, конечно, веселый, душевный, блядь. Но, сука, уж извините, блядь. Целка проще рыли в тысячу раз. Потому что там тысячу раз уже был, а тут только засчитай за компанию ходил. Ты чё все? На, блядь, 3-4к у меня въебал. Так, язык продал. Блять, надо быстрее разъебать. У кого там меньше хп, давай метку поставим, быстренько. Они с бирсой. Вот этого разъебывайте. И потом второй пол хп у которого. Я, блядь, уже их ставил, нахуй, ёпта, блядь. Так, чё мне с прожимом? Ну, кровь вампира отдал, короче. Вот, отхиливаю. А чё ещё один появился? А хер его знает. Вот этого разъёбываете из звезды. Какой-то, может, дизарм есть, какой-то рога. Ну-ка, ебаный дизарм. Работает? А, КД уже, да? Про него ступни есть там ещё? Вроде не работает. А, ну, там. Кто с кем будет, конечно. Сейчас звезду добьете, проще один моб останется. Блять, триньку отдал. Две триньки. Да, может. Ну-ка, а что если его покатить? Ну-ка, на оковах. Надеюсь, он не кливает. Ебать. Я себе. А ему похуй, он не катится, сука. Не катится, нихуя.
такой злой молот. Блять, вот пиздец. 270. Ну, блять, я не знаю, наверное, один трай или два, может быть. Посмотрим на босса. Такой не очень. Но после этого босса кто получается? Малакрас? Да, Малакрас и Зулджин. Они сложные? Нет. Ну, блять, относительно вообще, да, ну, нас не лукави есть, они, да, они сложные достаточно. Малакрасе там нужен ДПС мощный, нужна очень хорошая игра, то есть если тебе задали контролить, допустим, паладину, покаяние кидать, нужно прям покаяние КД подходит, и уже подбегаешь, обновляешь покаяние на моба. Там будет 4 моба, босс и 4 моба, и эти мобы разные, там элементаль, нежить, всякая параша. Вот их контролить надо будет. И моб, босс будет воровать периодически. Ну ладно, потом при этом. Ну, что, кто в танке будет? Я или друид? Давай подумаем. Ну да, давай друид. Друид будет. Халява с друидом хорошо сыграются. Они и агро получше у мишки ОЕшная. У тебя Т4 на мишке есть, да? Сколько там кусков? Да. У меня 2 Т4, 2 Т10. Хорошо, это нормально. Вот. Но ретрик, смотри, это не значит, что тебе не надо будет диспелить. Надо будет диспелить, помогать. Вот, то есть ДПС оно вторично, а первично надо будет диспелить. Ты видишь, с кого диспелить, что дебаф, всю эту хуйню? Нет, мне надо перелогнуться, хилбот. Короче, ну да, делай, либо включай там хилбот, либо одну цель хотя бы Керуса, чисто запомните его диспелить, если хочешь не включать. Вот, и значит дальше. Короче, сейчас будут... Будут идти мобы, короче, снизу лестницы, вот здесь, где кружок и где звездочка. Одного моба надо будет убить, который со звездочки пойдет. Вот, когда они появятся, сразу убьете моба, который идет со звездочки. Вот. А который с кружка, он пойдет дальше раздуплять, вон слева пойдет разбивать этих дракончиков. Дракончиков, которые будут выбегать оттуда, будут ловить Керус и набирать на них агро. Когда их скопится, ну примерно пачка там, допустим, 6-10 там мобов. Их я не помню, там 20 и там 20, по-моему, если не ошибаюсь. Точно не знаю, сколько там есть. Вот, халява отдаст на пул на него. И как только отдаст на пул, после очередной сброски бомб, мы сводим эту всю парашу и уешим. Прям максимально все уешим этих мобов. Убиваем быстро. И дальше ждем еще, когда пачку мобов выведут. Вот. Босс стоит этот самый. Дыхание такое, как вот дыхание мага, короче, дыхание дракона. Вот. И оно, короче, действует по конусу. Вот если, допустим, вот от этой синего ковра вот слева кто-то стоит, три человека, они все словят этот дебаф. Если справа и слева по одному человеку стоит, он направо повернется, он дыхнет только в одного. Вот, он там, ну, примерно больше пол хп сносит, это надо будет там и щитовать, и захиливать. Вот, как бы ничего особо сложного нет. И будет периодически притягивать всех в центр комнаты и раскидывать по комнате бомбы. Вот, бомбы, они лежат на полу, и только как последнюю бомбу он раскинет, он будет их через секунду взрывать. Вот, у бомбы взрыв, я уже говорил, как примерно как радиус, как, даже как вот эта 3D-метка, примерно чуть больше на метр, наверное. Вот, нужно будет от них отбежать. То есть, там будет дохуя свободных мест. Вот, и будут еще, кстати, стены огня, вот где мобы выходят, здесь мы стоим, и там с четырех сторон будут стены огня. Возле них тоже не надо стоять, они тоже будут дамажить. Ну все, проверка, и будем пробовать смотреть, что получается. Дайте каску. Какой дебаф будет спалить? Там что-то удар пламени, что ли, если не ошибаюсь. Ну там синим становится, это магия. Синим становится фрейм, если не ошибаюсь. Там увидишь. Мне напулить на Керуса один раз только, когда он перед заливкой. Напуливать, когда скопится 6, там 10 мобов. Вот, а второй раз напуливать, когда еще раз скопится 6-10 мобов. На меня не напуливать ничего не надо. Можно вопрос? Да. Вот сейчас вот эти два тролля будут открывать, получается, дракончику. Одного тролля мы убиваем. Да. Звездочки, которые идет. Вот которые со звездочек. Да. Все это сейчас увидели. Давайте пульнем, блять. На счет 3 буду пулять. 1, 2, 3. Дальше. И вокруг равномерно, с одной стороны 5 человек не стоит. Вот сейчас дыхание будет, вот, 3 человека получить урон, нормально, более-менее.
Вот, пошли эти гуси, пошли. Это, звезду убиваем. Кружок немножко киньте, там корни, пускай простоит в корнях немножко. Все, больше накидывать корни? Все, да. Пускай или дальше. Еще раз кинуть? Не, пускай идет уже. Все, 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 не бейте, второго не бейте. Все, смотрите на бомбы внимательно. О, пусть он идет, это самое, активирует. Если кто-то не уверен, вот смотрите, как место дохуище. Вот, сейчас взрыв. Нет, не все, охуенно. Все, дальше. И это хуйта будет повторяться по КД. Бля, он до сих пор в этих камнях стоит, что-то он не... Ну, кастани на босса, может, скинется с этим. С моба. Да и похуй пускай. Сейчас... Он и пошел уже. Все, идет. Может, этим корню пусть стоит дальше, отдыхает. Не, не, а если не будет призывать, что это там, будет? Там верса кое-какая, там босс всех вылупит, драконов сразу, нас шотнет всех. По боссу особо не старайтесь бить, тут задача все яйца разбить и только потом бить. Я не помню, у нас какие проценты босс в версу в это уходит, так что особо не вливайтесь. Обращайте бомбы. Внимание. Бомбы. Одна секунда бомбы. Да, вот обращайте внимание на бомбы. Самое главное. На свете. Давайте, тогда. Бомбы. Вот. Сейчас встаем, главное смотрите, чтобы не сдох. Все остальное охуенно. Все, сейчас дракончики полезут. Блять, кто-то сдох. Нет. Да я далеко стоял от бомбы. БР могу нас. БР? Да. Да, БР. Все, пошли в дракончики, смотрите. Баску даю. Давать? Нет. Нет, ничего не надо давать. Бафы типа один. Вот смотри, лезут драконы. Сейчас два, потом еще два вылезут. Сейчас еще бомбы будут. Вот пока что набирай, пока халявы жди немножко. Вот еще бомбы два. Бомбы 15 секунд еще пишут. Вот. Короче, беги, халява, напуливай эту парашу на него. Вот сейчас беги, прям максимально уешь на него, напуливай. Бомбы сейчас будут. Сейчас будет бомбы. Вот сейчас. Босса сливаем туда? Нет, не босса, а драконов надо будет залить. Ну вот. И ВБ после дисп... бомб заливаем. И ВБ, да, диспель медведя. Блять, прожмись. Сейчас я, короче, сейчас бомбы. Я тебе дам Т4. По своим прожимкам что-то осталось. Блять, паладин, я что прож... здесь? Ой, нормально стоял. Все, все, подводи их сюда, и все уешь им. Короче, я много ли его? Все, нас а че он так много мобов вызвал? Ну, блять, он вызывает, он же не останавливается. Блять, я не знаю. Что-то они с флеском. Там или их заливать как-то, блять, сразу начинать. У них по 500 тысяч хп всего лишь у мобов. Да много становится, не поверят. Как пал умирал у нас? No one, что это? А, ну это стена. Тебя два раза возле стены убил, я же говорил, возле стены. Я вообще от нее стою, блять, с два фрейма. Не знаю, ну значит достает она. Че, встать никто не встанет? Или мы все? Ну, и если быстро встать и отбежать вниз по лестнице, то босс не побежит за тобой вроде как. Он не около встать, походу. Наверное, там, как он использовал. Наверное, это все. Ну, потому что, не знаю, времени особо нету. Ну, для первого раза неплохо, я считаю. Да, ну как бы. Он видишь, еще хорошо на этого босса приходить. Вот если бы у нас в сетапе был, например, сейчас скажу, вместо Вака, например, был бы ШПшник. Потому что ШПшник, он прям, ДЦшник, видишь, он же щитует, и ШПшник также по 2 стака бы диспелил. Вот, ну там как-то, я не знаю, ну вот от стены он 2 раза помер, это, конечно, печально. Но нам ДЦ обязательно нужен. ДЦ обязательно, да. ШПшник, да. И ШПшник. Можно хапало какого-то. Нет, там проблема, видишь, что он хапал-то хапалом. Проблема в том, что пал, он диспелит 1 стак. А присты, они диспелят по 2 стака, что ДЦ, что ШП. И этим будет стаки. Нет, нет, они вроде диспелят 2 стака с врага только, а так нет, по одному стаку. Нет, и с этого тоже 2 стака они диспелят, с вот этих вот дебафов, тоже по 2 снимают. Ну это надо еще посмотреть, где-то, блядь, я пристом когда диспелил, надо посмотреть по одному, по 2, мне казалось всегда по 2. Не показывает? Ну ты этот Вуду поставь. Хилбот параша, я не знаю, как вы с хилботом играете. Ладно, ну все тогда, что, ну, что смог, спасибо, как бы, я тут это, не профессионал вот в этом месте. Ч
что смог, типа, надо знаешь, зашли, кого-то... посмотрели, что. Да, надо кого-то найти, кто прям ходит сюда как-то на основе, чтобы прям, блядь, чтобы человек нормально рассказывал, чтобы он уже знал, чего ждать. Вот, ну а так сходили, ну, заебись, бисовые шмотки выбили так. И этот посох тоже бисовый хочу, сука. Все тогда, всем спасибо. Заебись. А ты, кстати, в воскресенье сможешь прийти? Так, воскресенье. Ну да, да, воскресенье. А что ты хочешь в воскресенье? ГМХМ хотел. ГМХМ, ну можно, заебись. Да. Можно сходить. Все тогда, завтра и воскресенье буду ждать. Ага. Всем спасибо тогда, здоровья. Все, спасибо всем.